Универсал новая «Лада Калина» по-настоящему уникальный автомобиль. Посудите сами. За 330 тысяч нормальная не только дачно-рыбалочная машина, но и авто, на котором будет не стыдно поехать всем семейством на шопинг-супермаркет, прогулку по городу, а также в дальний вояж к теплому морю. Возможно, на наших глазах происходит рождение нового российского автобестселлера. Спрос на модель растет, производство не успевает за дилерами. Но при этом есть о чем задуматься производителю. Ведь особый интерес у покупателей, по информации, полученной от дилеров, к насыщенным комплектациям, включающих в себя такие опции, как кондиционер и АБС. Уровень надежности и качество сборки новой «Лады Калины» на присущей высоте. Сказались плодотворные сотрудничества с Альянсом в области качества, опыт запуска «Гранты» и «Ларгуса». Новая «Лада Калина» появилась в салонах с 1 июля 2013 года. Особым спросом на данный момент пользуются комплектации люксовые в коробке «Автомат». «Универсал» только начали поступать данные автомобили. Также наибольший спрос это идет автомобили «Норма» с кондиционером. И очень много клиентов спрашивают комплектации именно люксовые. То есть это 16-клапанный двигатель, кондиционер в полном исполнении. Яркий дизайн нового поколения «Лада Калины» притягивает взгляды, но автомобиль интересен не столько этим, сколько обилием опций, повышающих комфорт. Комплектация «Стандарт» универсала «Новая Лада Калина» включает в себя подушку безопасности водителя, электроусилитель рулевого управления, уже привычный нам всем, дневные ходовые огни, термальные стекла, передние электростеклоподъемники, 14-дюймовые штампованные колесные диски, аудиоподготовку и многое другое. Предложение мировых автопроизводителей в классе малых городских авто, да еще универсалов, крайне ограничено. Нечто подобное предлагают концерны «Шкода» и «Форд», но с совсем другим ценником. С небольшой натяжкой в конкуренты можно было бы записать и модели «Фиата» и «Тойоты», но для России эти автомобили излишне куртуазны и хрупки. Универсал новой «Лада Калина» имеет самые оптимистичные ожидания с точки зрения продаж, ведь у него практически нет конкуренции на российском рынке. Юрий Фимов, Александр Туровский, служба информации ВАЗ-ТВ.